Трем подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня я снова буду отвечать на вопросы. Кстати, этот макияж мне еще смывать придется, а у меня только холодная вода. Да. Честно говоря, я не особо нашла вопросы, на которых я в прошлый раз закончила, чуть не сказала вчера. Да, вчера. Спасибо. Вот. Поэтому я начну, скажем так, с произвольных вопросов, которые там остались, и буду отвечать по порядку. Ты пробовал что-то экстремальное? Прыжки с парашютом или что-то в таком роде? Например, ты боишься высоты? Да, я боюсь высоты, поэтому экстрим у меня заключается только в том, когда я от кого-то убегаю, когда я в деревне наношу грим и, типа, выхожу ночью на улицу и пугаю там людей, которые идут из клуба. Тут тоже экстрим. Ну, ладно. Надеюсь, никто из тех людей меня не смотрит, потому что это было бы очень неловко. Итак, дальше. Какая фраза у тебя самая частая? Фраза, у меня ее самое частое слово там, вот, такие дела там, ну вот, и так далее. У тебя есть любимая игра? У меня любимая игра — это ПТМБ, мы в нее играли как-то раз на стриме, ну как, не как-то раз, на самом деле мы в нее много раз играли, но сейчас у меня не запускается стрим на компьютере. В плане того, что я не могу стримить игры, я не знаю почему. Возможно, мне придется снести винду 10-ю, поставить 7-ю. Может, тогда все наладится. Ну, не знаю, короче говоря, что-нибудь придумаем, но я не знаю, когда это будет. Поэтому. Так, Симпсоны или Футурама? Ну, честно говоря, мне больше нравятся Симпсоны. Я пересмотрела все сезоны, которые вышли на данный момент. Так, какую музыку любишь слушать в солнечную жаркую погоду? В солнечную жаркую погоду у меня в основном спокойная музыка. Ну, типа Гориллаз, там еще чего-нибудь. Но я вообще как-то не задумывалась о том, чтобы привязывать музыку к погоде. Потому что музыку обычно включаю под настроение или ставлю себе установку не переключать песни, когда слушаю на телефоне. Вот, и получается, что... что у меня нет какой-то особой музыки, которую я слушала бы в какое-то определенное время. Так, можешь посоветовать музыку для тренировок? Для тренировок музыку? Честно говоря, наверное, нет. Но надо выбирать что-то ритмичное. Ну, и как бы смотря для каких тренировок. Так, счастье — это быть свободным и ни в чем не нуждаться. Так, ты легко привязываешься к людям. Как научиться так же легко от них отвязываться? Ну, как я обычно говорю, чтобы не разочаровываться в людях, не очаровывайся ими. И в какой-то момент я также, вот именно потому что от людей очень трудно отвыкать, то есть, если ты, допустим, встречаешься с парнем, и он тебя бросает, и ты такой... И причем встречаешься, знаете, не несколько дней, да, несколько лет. То есть, ты с ним год встречаешься, 2 года встречаешься, там, 3 года встречаешься, еще встречаешься, 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 а потом он тебя бросает, или вы просто расстаетесь, потому что, ну, невозможно так жить. И ты вот понимаешь, что, блин, Вроде человек, ну, нормальный, но просто ты не можешь с ним жить, и ты не можешь от него отвыкнуть. Но для всего нужно время. Время не лечит, время просто помогает немножко забыться. Блин, я чипсов хочу. Так. Что из своей одежды ты любишь носить больше всего? В основном из своей одежды я люблю носить всякое атрибутическое.
Но в последнее время я ношу вот эту рубашку, потому что это единственная рубашка, в которой мне не так жарко, как у остальных, и ее не надо чинить. Потому что остальные рубашки, они либо зимние, либо, как это сказать, либо они порвались. И я такая, типа, потом зашью, а там зашивать причем очень много надо. То есть там карман оторвался, еще что-нибудь. Можно, конечно, просто спороть карман, но я не люблю вещи без карманов, понимаете? У тебя есть какие-то слабости, как с ними нужно бороться? Со слабостями надо бороться со стойкостью, выдержкой и целью. То есть ты ставишь цель, и если ты понимаешь, что ты отходишь от этой цели, то есть если ты хочешь похудеть, но заказываешь курочку, гриль. Так, сколько у тебя пар джинс? Сложно. В которые я влезаю или вообще? Потому что мне приволокли несколько пар джинс, которые мне велики, пара джинс, которые мне малы, и всего две пары джинс, в которые я влезаю. Курья ножка. Курья ножка. Это не кошка, это курья ножка. Какие качества тебе важны у мужчинах-парнях? А, знаете что, мне иногда хочется поиграть в циничную бабу и сказать... щедрость или что-нибудь такое. Но я бы сказала, что для меня важно, чтобы человек хорошо шутил. Ну и мне важно, чтобы человек хорошо относился к животным, чтобы он любил животных. И, пожалуй, чтобы он... Нет, ну как? У меня есть свои, скажем так, стоперы. Это... Ну, стоперы, конечно, это неправильно сказала, да, но, скажем так, у меня есть свои грани, да, свои грани, в которые я не то что вписываюсь, а которые мне не дают выходить за рамки и что-то такое делать, чтобы потом было, чтобы потом я либо об этом жалела, либо мне было стыдно и прочее. Вот, и мне главное, чтобы эти рамки не сужали. Потому что если сузить эти рамки, в конце концов я психану. И будет не очень хорошо. Ну, есть, конечно, еще некоторые, но это уже надо вспоминать, думать. И типа я назвала только то, что первым пришло в голову именно из типа моих факторов. Так, факты о еде, которая тебе нравится. Она вкусная. О чем мечтаешь? Я мечтаю, чтобы у меня хотя бы в каком-то деле был успех, и я как была бы, ну, по целеустремленности, да, там, ну, вот, вот таким хорошим качеством, как моя мама, потому что в нее никто не верил, но она смогла сделать бизнес свой. Он небольшой, он не достигает там каких-то реальных масштабов. Но она работает на себя, и я тоже хочу работать на себя, а не на кого-то. Потому что это получится, что я тружусь, а не работаю. То есть ты становишься сам себе хозяином. И вот к этому я стремлюсь, и можно сказать, об этом я мечтаю. Покажи скрин аудио. Какое скрин аудио? Потому что у меня в контаче нет. Кстати, вступайте в мою группу ВКонтакте, ее ведут за меня. Ее ведет мальчик, с которым я общаюсь в Инстаграме. Вот. И если там что-то важное появляется, то он туда выкидывает. Ну, как не в Инстаграме, если что-то у меня важное появляется, я ему говорю, и он туда все вкидывает, он там все пишет, и, в общем, все хорошо. Вот. Какие у тебя есть хобби и увлечения? Ну, о всех моих хобби и увлечениях вы можете узнать в моем Инстаграме. Одноименным. Как музыка может влиять на твое настроение? Ну, так же, как и у всех, оно может из-за грустной песни стать грустным, и из-за веселой песни стать веселым. Мур. Так, ты умеешь играть в Уно? Может, есть любимая настольная игра? Да, я умею играть в Уно.
Но моя любимая настольная игра это Монополия, и раньше были карты такие Magic. Короче говоря, меня в них научил играть бывший. И я, пожалуй, не буду об этом рассказывать, но просто это прикольная игра была. Что чаще ешь, пиццы или бургеры? Чаще я ем пиццы. Хотя бургеры тоже люблю. Но это не относится к песне Фейса. Так, назови три самых топовых музыканта, на твой взгляд. Вот, блин, сейчас назову, и меня причислят к говнарям. Стопудняк. Вот стопудняк это будет, потому что это Кипелов, Горшенев и Ice Peak, что ли. Ну, еще, конечно же, группа Little Big. И как еще называется-то, блин? Которая... Все забыла нафиг, все забыла. Ладно, пускай будет это. Какую музыку сейчас слушаешь? Ту, которую слушала в 2014 году, потому что я нашла свою карту памяти, поставила ее в телефон и слушаю ее, и слушаю, и слушаю. Какие песни у тебя на повторе в последнее время? У меня в последнее время на повторе Киши, Фокусник, Лесник, потом Хозяин леса, Ведьма и немножко Канцлера Ги, старого Канцлера Ги. Топ-5 качеств, которые тебе важны в людях. Ну, я уже говорила, что, типа... Да, блин! Какого черта? Вот у вас какие топ-5 качеств, которые вам важны в людях? Вот я готова поспорить, что у меня такие же, абсолютно такие же. Поэтому что спрашивать? А, поделись фактами о важных. Не поделюсь. Какие факторы во внешности парней тебе нравятся? А, лысый, борода, усы, длинные волосы. Короче, перечислено. Мне нравится. Да, мне нравится усы, борода, но и также и без этого тоже ничего. Длинные волосы мне нравятся. Тату, да, тату мне тоже нравится, но без них тоже, в принципе, ничего. Потому что я. Блин, ну. Какая мне разница, что у человека на теле, если он мне нравится, допустим, да? Так, спортивный, худой, цвет глаз, привычки, характер и т.п. Ну, характер, допустим, я уже перечисляла там чуть раньше, да? Привычки вообще... Да блин, я серьезно, мне вообще как бы наплевать, как выглядит человек, если он мне нравится. Но, конечно, парни с длинными волосами — это нечто, да. Я прямо им завидую. Ладно, все, хватит. Какими качествами должен обладать тот, кого ты сможешь назвать другом? В принципе, теми же качествами, которые я стремлюсь видеть в других людях, которые, ну, с которыми общаюсь. Хотел бы ты вернуть какие-нибудь свои отношения? Так, честно говоря, вот если совсем честно, то нет. Наверное, нет. Потому что если мы расстались, значит, отношения были не идеальными. Ну, не в том плане, да, что там бывает у каких-то пар ссоры, еще что-то, а это нормально. А вот в плане того, что люди же расстаются не просто так. Люди расстаются по весомым причинам обычно. И если я с кем-то рассталась, то причина должна быть важнее размер или умение? Ты поняла, о чем я? Размер гитары? Гитары? Есть просто маленькие гитары, это типа укулеле, да, там, а есть большие. Есть даже гитары, у которых гриф на 100 с лишним струн. Нет, не на 100 с лишним 100 струн, это я уже махнула, конечно. Но 24 есть струны, есть 60 струн. И
А вот это, блин, гитара, вот это она огромная, вот это она, блин, тяжелая. Вы знаете, я смотрела обзоры, и... О, это как на ней играть вообще? На ней играть двумя руками вот так вот, блин. Пипец. Наверное, умение все-таки, потому что если я, допустим, начну играть на такой гитаре, то я ничего путного на ней не сыграю. А нормальные люди могут и на балалайке с тремя струнами что-нибудь забацать. Назови три хорошие, три плохие вещи в твоей жизни сейчас. Три хорошие. Окей. Я живу на съемной квартире, как давно мечтала. С 6 лет мечтала. Я могу делать абсолютно все, что захочу. В пределах УКРФ, разумеется. Потом... Чё? Я могу учиться, чему хочу, и меня никто ни к чему не принуждает. Это тоже то, о чем я мечтала. И теперь три плохие вещи. А, мало денег. У всех эта проблема есть. Мало времени. Думаю, тоже у всех проблемы есть. Плохо продается косметоз, потому что о нем мало кто знает. Но вы можете мне помочь, просто купите в поддержку косметику и Силель. Простила бы измену, допустим, парень присунул кому-то по пьяни или на работе. Вот очень смешно, знаете, если я кого-то люблю, я измену вообще никогда не прощу. Вообще. Потому что мне будет от этого больно, я буду постоянно от этого, об этом вспоминать, конечно, если я о ней узнала. Если я о ней не узнала, и если я о ней не узнаю, то вообще наплевать. Если узнала, и у меня на руках факты, доказательства, то это пиздец. Это вот после этого проще сразу сказать, давай, до свидания. Я переживу как-нибудь наше с тобой расставание. Как побороть свой детский страх? Знаю, что бояться темноты — это смешно, но с детства не могу от этого избавиться. Как быть? Так, я надеюсь, что это спрашивает кто-то с Ютуба. Ну ладно. Короче говоря, на самом деле я тоже очень долго боялась темноты. Что я говорить, я и сейчас побаиваюсь, но у меня на некоторое время страх темноты убрали именно белые ночи. То есть найдите город или страну, в котором вы можете наблюдать белые ночи, и съездите туда на несколько неделек. Я вам гарантирую то, что когда вы просыпаетесь, и вокруг все светло, это мало того, что обескураживает, ваш организм такой: «Чё? Где темнота? Я хочу отдохнуть». И потом вы просто вот через некоторое время, после того, как там побудете, и вернетесь в свой круг, в свою среду обитания, у вас будет просто такая щенячья радость, что ночь наступает, что увидите звезды, что можно спокойно поспать и прочее. Ну, либо скажи себе, что если в темноте есть монстры, то ты их босс, ты хозяин этого маленького ада, и они тебя должны слушаться. Это как я повелитель хаоса, а кто-нибудь из вас будет хозяином маленького монструозного ада. Любимые, нелюбимые цвета. У меня любимый — это синий и черный, голубой. В принципе, иногда заходит белый, розовый. Но, знаете, я так особо не разделяю на любимые и нелюбимые. Раньше разделяла, да, сейчас не разделяю. Потому что какая разница, на самом деле, этот мир черно-белый, мы просто его окрашиваем своим разумом. Так, как перестать убиваться от невзаимной любви? Лучший способ перестать убиваться — это переключиться на работу либо на другого человека. Лучше переключись на работу, потому что чем раньше начнешь что-то делать, тем больше разовьешь свой навык до хорошего уровня, у тебя будет все меньше и меньше конкурентов, а тебе будут знать все больше и больше люди, и тогда ты сможешь чего-то достичь. И если потом у тебя возникнет желание по кому-то убиваться, то ты просто подумаешь о себе, о том, чего ты достиг, и поймешь, что все остальное — это пусто.
На стримах ты очень мило тискаешь Бесюка, думаю, что он будет хорошим. Думаю, что ты. Да, Бесюк будет хорошей мамой. Думаю, что ты будешь хорошей мамой, если фобии на эту тему пройдут. Я дала ответ на этот вопрос. Я не собираюсь быть человеческой мамой, испытываю теплые материнские чувства только к кошкам. Почему так не любишь детей? Вопрос не в том, почему я так не люблю детей, да? Если отбросить то, что они злые, они непослушные, они очень шумные. Если это все отбросить, то я бы сказала так, что этот мир мне настолько не нравится, что я не хочу приносить в него кого-то еще, кому он будет нравиться, если не настолько же, но... Точнее, если не больше, то хотя бы не настолько же. Вот. Потому что чем больше я живу, тем больше всякой фигни происходит, тем больше нас ебашит плеткой и меньше дают нам пряники. И, понимаете, это, ну, как-то не очень. Вот я верю в реинкарнацию. Пускай то, что должно прийти на этот мир, придет у кого-нибудь другого, кто сможет ему что-то дать. Хоть что-то. Ну, и еще у меня периодически бывают вспышки агрессии. Если меня кто-то бесит, и я очень боюсь нанести кому-то тяжелые увечья. И не обязательно тяжелые, просто увечья. Просто даже я не хочу ударить и прочее. Короче, будем считать, что я объяснила. Что тебя привлекает в парнях? По-моему, этот вопрос уже был. Как думаешь, обязательно жениться в отношениях или достаточно просто быть вместе? Вообще, брак — это такая формальность, что пипец. Но, знаете, это, по крайней мере, дает гарантию, что человек, которого ты любишь, и который, возможно, любит тебя, да, будем надеяться, что любит тебя, не предаст тебя, не бросит, если ты разжиреешь, да, там, если ты останешься калекой, если с тобой что-то случится, что он будет тебя поддерживать. Конечно, это не факт, но, типа, с юридической точки зрения это факт. Вот, но не обязательно. Просто у меня, допустим, есть бзик тоже насчет свадьбы, но я не буду его озвучивать, потому что, ну, потому что это не обязательно знать всем вокруг. Может быть, на каком-нибудь стримце расскажу, если вы придете, конечно. Если вы придете, спросите, то расскажу. Если будет интересно, все. Так. Ну и тут, пожалуй, все, потому что на остальные вопросы я отвечу исключительно на Ask.fm. Если вы не знаете мое имя на Ask.fm, обязательно пишите об этом в комментариях, и я вам напишу его, либо смотрите вон там внизу, если открыть описание к видео, там должны быть ссылочки. Ну, и я, в принципе, закончила на этом, и всем большое спасибо за просмотр этого видео, всем удачи, всем пока! И как только ночь наступает, голодный зверь во мне оживает. Я хочу жрать, я хочу жрать. Сейчас найдем.